Всем привет! Набираем скорость и входим в вираж. Сегодня вас ждет очередная драйвовая подборка самых необычных, курьезных и невероятных случаев, произошедших на дороге. Кто-то оказался не в то время и не в том месте, а кто-то просто родился в рубашке. Бешеные скорости, случай один на миллион, водители-глупцы, невероятные случаи везения и многое другое ожидает вас в этом видео. Пристегнулись? Тогда поехали! Даже при самом плотном рабочем графике пропустить тренировку ну никак нельзя. А может быть, мир это все-таки действительно матрица? Похоже, эффектный заезд на эвакуатор явно пошел не по плану. Трюк стоимостью в несколько тысяч долларов заказывали? Получайте. А скептики до сих пор утверждают, что Бэтмена не существует. В таких случаях кто-то в панике уносит ноги, а кто-то делится последним бутербродом. А почему бы и не похвастаться работой своего стоматолога незнакомому человеку? Платные дороги – это не всегда длинные, качественные шоссе. С такими дарованиями и в пробке стоять не скучно, и время пролетает быстрее. Интересно, это так задумано, или все-таки с дисками что-то не так? А ведь изначально план не выглядел настолько надежным. Герои этого видео просто невероятные, они определенно заслужили лайк. Каждый из них думал, что купив мотоцикл, он будет меньше стоять в пробках. Как поступить, если очень хочется полететь в отпуск, но у тебя жуткая аэрофобия? А мы уже знаем, кто победит в следующем заезде Tour de France. Вот как выглядит молния Маквин в реальной жизни. Ставь лайк, если бы тоже хотел себе такой байк. Если ты думаешь, что у тебя выдался плохой день на работе, лучше посмотри, что такое настоящие трудности.
И кто сказал, что перевести огромную лопасть от ветряной электростанции будет проблемой? Запоминай идею, как правильно прокачать свой байк. Нечасто на дороге приходится наблюдать такие лазерные шоу матушки природы. Для баланса ему явно нужно несколько пассажиров на задние кресла. К сожалению, дорожные конфликты не редкость в наше время, но такие необычные увидишь нечасто. Это просто невероятный момент. Такое редко успеваешь снять на камеру. Лучшие моменты можно увидеть только на нашем канале. Так что не забывайте подписываться и жать на колокольчик. В большом городе так сложно найти хорошее место для парковки. Настоящий друг всегда поможет тебе в сложной ситуации. Не самый лучший и безопасный способ показать, кто круче на дороге. Интересно, а прописан ли подобный случай в его страховке? Тот момент, когда понял, что не зря откладывал деньги, экономя на школьных обедах. Водитель бетоновоза демонстрирует удивительные навыки вождения. А может, они всего-навсего флиртуют? Мы точно никому не желаем оказаться в подобной ситуации. К счастью, все закончилось хорошо. Вот почему перед началом движения нужно убедиться, что все твои двери закрыты. Ничто не удержит его на дороге. Никогда не забывай удерживать педаль тормоза на светофоре. Еще далеко не каждый водитель привык к режиму автопилота. Люди на этой улице сегодня хорошо сэкономят на электричестве. Должно быть, это начало большой дружбы. Судя по всему, водитель провел всю ночь в ночном клубе и никак не остановится.
Добро пожаловать в Техас! Иногда лучше все-таки доверить такие деликатные задачи профессионалу. Ситуация из разряда не в то время и не в том месте. Okay. Конфликты на дороге, к сожалению, не редкость, но чтобы прямо так. То ли цистерна слишком крупная, то ли светофоры висят слишком низко. Извечная проблема водителей. Забываем про важность ручного тормоза. Чего меньше всего ожидаешь, выезжая покататься вечером? Дорожного конфликта с аналогом Хитмана. Это было неожиданно, и это только начало. Впереди еще много интересного, так что смотрите этот ролик до конца. Он слишком рано обрадовался победе. Трюк явно достойный сцены из фильма «Миссия невыполнима». Все-таки удача не самое последнее дело на дороге, поэтому внимательность еще никого не подводила. Что это? Обычный ветер или восстание мусорных баков? Узнаешь себя в первый день после получения водительских прав? Вау, это было близко. Готов поспорить, его мало беспокоит качество дороги. Так выглядит типичное рабочее утро понедельника. Дорожные рабочие вряд ли будут ему благодарны. Еще одно подтверждение, почему машину необходимо ставить на ручной тормоз. Ты должен быть еще более внимательным на дороге, если сидишь за рулем грузовика. Интересно, кто ошибся в расчетах в этой ситуации?
Как без слов понять, что водитель только что вернулся из Англии? У водителя экскаватора есть свои преимущества на дороге. Вот что бывает, когда оба не смотрят в зеркало заднего вида. Он слишком ответственно отнесся к задаче уступить дорогу. Объезжать пробку на мотоцикле – это еще полбеды, но когда это делает водитель авто, смотрится просто отвратительно. Вот почему совершать обгон на повороте – очень плохая идея. А встречали ли вы где-то такие многофункциональные автомойки? Думаю, тех, кто давно подписан на наш канал, уже ничего не удивляет. А кто до сих пор не подписался, вы можете легко это исправить прямо сейчас. А почему бы не помочь другому водителю с обзором в зимнее время? Похоже, он не из тех, кто учится на чужих ошибках. Чтобы весной сохранить одежду чистой, тебе понадобятся реакции кошки и скорость мангуста. И все-таки для перевозки подобных вещей лучше использовать грузовик. Такая реакция может спасти жизнь не только водителю, но и пассажиру. Стоит быть осторожнее на перекрестках, ведь некоторых водителей мало волнует, какой горит свет. Вот как выглядит долгожданная свобода. Стоит отметить навыки водителя, который не растерялся в данной ситуации и смог аккуратно остановить грузовик. Против сил природы ничего не может устоять. Несколько лет игры в Super Mario не прошли для него зря.
все-таки как важно не оказаться в ненужном месте в ненужное время. Перед просмотром таких видео было бы неплохо запастись успокоительным. Тут точно нужны стальные нервы. Наглядный пример, почему лучше держать дистанцию на трассе. Интересно, он действительно не видит или делает это специально? Сейчас он удивится тому, как быстро работает карма. Теперь въезд на территорию стал немного шире. Через пару секунд он будет рад, что не идет пешком. Для этого парня дрифт – обычный стиль вождения. Судя по всему, это не самая удачная комплектация от автопроизводителя. Только представь выражение лица водителя, когда он это увидит. Напишите в комментариях, какие самые странные пешеходы попадались на вашем пути. Тот момент, когда ты понимаешь, что электрокары не такая уж и плохая идея. Это точно должно войти в топ самых нелепых поломок за этот год. Только не говори, что не хотел бы увидеть одну из них у себя в гараже. А это, пожалуй, лучший способ пофлиртовать на дороге. И все-таки подрифтить не всегда выходит без последствий. Сложно представить, как по этой дороге передвигаться в темное время суток. Судя по всему, этот лихач больше не будет проводить такие эксперименты. Только представь, какая жара стоит, если у машин плавятся шины. Если ты решишь разогнаться в жилом районе, помни, не у всех полицейских машин заметны опознавательные знаки.
Вот как выглядит самый экологичный автомобиль на свете. Есть вещи, в которые абсолютно невозможно поверить. Удивительно, как такое вообще может произойти. Теперь его желание стать дрифтером точно уменьшится. И кто сказал, что автостопом пользуются только люди? Однажды они догадаются, что можно просто сменить полосу. Большинство людей уже давно бы остановились, но только не этот парень. Скорости мотогонки лучше всего ощущаются именно воочию. Ставь лайк, если бы тоже сейчас хотел оказаться в кабине машины. Выглядит, конечно, классно, но вопрос «зачем» остается открытым. Он решил максимально облегчить вес своей фуры. Недостаточный расчет и беспечность зачастую приводят к таким последствиям. И все-таки лучше избегать ситуации, когда ты оказываешься сам в незнакомом городе, ночью, да еще и в безлюдном месте. Любой груз, который плохо прикреплен, рано или поздно приносит проблемы. Есть причина, по которой его можно считать не очень хорошим человеком. На этом видео целых два счастливчика. А как вам такой поворот? Честно говоря, без ваших комментариев тут не обойтись.
Не самые приятные сюрпризы преподнесла эта дорога прямо на ровном месте. Знак дорожной работы все-таки устанавливают не просто так. Нужно быть внимательнее. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное.